Жители дома номер 10 по улице Ицхака Рабина жалуются на стихийную парковку на зеленой зоне между домами, школами и стадионом. Вместо травы здесь теперь только колеи от колес и куча пыли. По зеленой зоне ездят машины и при этом гуляют много детей. Местные автомобилисты раскатали ее своими транспортными средствами. Ежедневно заезжают, выезжают с десяток машин. Посмотрите, там этих тропинок, а машины уже стали ставить. Еще больше образовалось. Люди пытались бороться с этим при помощи выкапывания рвов. На автохамы засыпали их обратно и снова продолжают ездить. Жители предлагают преградить пути заезда на зеленую зону ограждением или столбиками, а нахально установленные парковочные замки юные паркеры демонтировать. Также восстановить зеленую зону путем высадки новой травы, а чтобы ее меньше топтали, обозначить тропинки для пешеходов. Никто ничего не согласен. Никто ничего. Пока сами. Вот эти все, сами эти люди сделали. Все эти посадили, было красиво, все, ну сейчас позасыхало. Вот тут стояла машина, мы от нее сбыхались. Он сказал, как стояла, так и будет стоять. Кроме того, люди жалуются на разбитые тротуары и фактическое их отсутствие, что пытаются исправить своими силами. Эти старые люди, они ж не могут, на палочках все. И, ну ты, ну что это такое? Вот это идешь, ноги отваливается. С вариантами решения данных проблем жители обращались в городские службы. Данные вопросы остаются нерешенными до сих пор.